Кровавая трагедия в центре Нижнего Новгорода. На улице Суетинской 40-летний Вячеслав Тимофеев застрелил свою жену Татьяну Тимофееву. Татьяна ушла от него еще в феврале. С тех пор муж ей угрожал и требовал вернуться своей маленькой дочери. Он присылал двусмысленные сообщения и делал подарки, например, в виде окровавленного сердца. Татьяна несколько раз обращалась в полицию с просьбой защитить ее от угроз, но в конце концов дошло до убийства. Прошу прекратить съемку и отойдите. Как бы, здесь есть какая-то опасность сейчас находиться здесь? Есть. Почему же полиция более полугода не реагировала на жалобы Татьяны Тимофеевой? Об этом и не только сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.